а ДН все продолжает кошмарить. Вот здесь, не знаю, это начальник церкви, видимо, кто-то будет женщина выступить. Значит, она сказала, что есть те, кто нас, как бы, нас ворует воду. Да? Да. Кто не, это. Но пока вы нас обворовываете, уважаемые жековцы, значит, мы почему-то за этих, кто ворует воду, мы почему-то платим. Мы почему-то добросовестные плательщики, в основном пенсионеры, платим за этих. А вы с нас воруете, у нас воруете. Я, например, вот кто-то сказал, что 50%, значит, ОДН. У меня получилось за декабрь месяц 125% ОДН. Я должен заплатить. На каком основании? Вы возьмите с тех, кто ворует. Почему вы с тех? Мы за них платим, а вы их не оставляете. Да, да, не платим. Говорит, что не ворует. Мы за них заплатили. Теперь в отношении... Дальше, подождите. Вот вы нам присылаете вот такие портянки. Кстати, Шойгу сказал, что в армии портянки отменили. А вы к нам присылаете портянки. Так вот, вы нам... Вот видите, сколько чистой бумаги здесь? Вы нам напишите, кто что нарушает, кто нас оборудует, почему у нас ВДР. У нас по этому дому... По нашему дому за декабрь месяц 88 тонн холодной воды отмерли. Понимаете? И мы, значит, откуда это появилось?